Так, ну давайте ставим шкаф. Сейчас там типы ВРК позаходят. Не смеет входить в обитель. Лок, давай шкаф. Господина. Лок, ты здесь? Не знаю, чем вы слушаете, но я говорил. Ну а чат читать не судьба. А то, что мы к ребру прошли, не судьба, да? Пол рейда нету здесь, надо шкаф ставить. Это не судьба, да? Вот членососы, сука. Крита! Тыкаем на сумоны, не в каше. Варенька тут? Так, Варенька еще зайдет. Белин, у тебя конь включен, выключай его. Я не могу, как эта херня бесит. Принять пати и уйти. Сейчас будем бить 23 тела. Этот кувет здесь. Давайте смотрим бафы. Паладины, распределите, вас четверо, распределите все бафы между собой. Пул баф по рейду даем. Ну и для улчата. То здесь, я не помню, одного, по-моему, забыл. Значит, одна шмотка до лича, один токен и одна шмотка с лича. За шмотку любой предмет считается. Так. Ну и чек на пул. Шизар в гримаре. Спасибо, я вижу. Принимайте готовность. Мы в три танка, значит, будем. Давай спекнусь туда. Что там, что там? Какие три танка, блять? Да ничего страшного, нет крита. Что поделать? Давай я на собой, слышишь? А ты кем в рейде? Баром, Рамзес. Рамзес? Ну давай, заходи на собой, лучше будет. Вон Шизара с Сумоню, короче. Не встречают.
Если бы он еще не афкашил, было бы заебись. Он думал, ты дольше собирать будешь. Ну конечно. Всегда так думаем, что час будем собирать, а потом в 19.00 РТ, а рейд собирается только в 8. Не, он обычно просто в РК заходит и потом слышит, когда кричат. Блять, сука, просто кидала, блять. Сейчас, бля, ну это пиздец. Дай пакин в чаке, плюс он серж. Еще раз плюс они. Я, короче, бафаю прота, если что. Все остальные бафайте, что хотите, блядь. А, у нас есть ДЦ, значит, я прота. Пуша, что-то тут только... самое вижу. Еще один танк. Нет, ДД спекнется. Сука, у нас 4 паладина. Белин, Белин, ты, Лимошка. Вот этот Актунги, блядь, вы бафаете, я бафаю прота, я бафаю по своему спеку, блядь. А Гримар, хил у тебя есть какой-то вар, который 5,9? Пусть, может, вар идет, а Ваня потом пойдет в хилее, когда придет. Ага, блядь. Когда придет, а до того, как он придет, будет 3 хила, и мы упадем на ребре. 6 КГС, ДЦ и Эрдруг. А Фрэнк, чё, охуел там ебал свой открывать? Слышишь? Тихо. Что мне пишешь там, блядь? Давай в РК говори нахуй. Давайте без этого. Трёбаный. Давайте без этого, говорю. Общайтесь. Ой, слышишь? Давай он начнёт без этого. Ой, слышишь, я же изначально шёл танком. Нахуй он мне пишет. Я играю без ручки, сука. Я не могу баф, я бафы проты. Не могу чё, без рук, что ли, блядь, или без мозгов? У меня, чё? Сука, нету в этих можешь тебе, блядь. На это пидрить сразу. Разговоры, светские беседы будете вести в отдельном РК, вне рейда. Так, чек на присутствие, ставь шкаф еще раз, лок.
Да, почему бафов даже нету нихуя? Вообще нету бафов. Шипы сзади, блядь, два штуки. Малышка, беги! Постой-ка тут! Нужно подойти поближе. Костяная хватка! Сгинь, кости! На жертвоприношение! Единственный выход — это смерть! Кости! На жертвоприношение! Малышка, беги! Костяная хватка! Я пока не могу прочитать это заклинание. Малышка, беги! И не там настолок дал. Хотя, подожди, посмотри сейчас. Блин, уже второй раз подряд первый осколок как там не тому отдается. Блин, что за херня? Я же в очереди первый. Не сказали, я сказал перед рейдом, написал, еще в рейд написал, блядь, я не знаю, почему ты не видишь, что я пишу.
Ну блин, я писал, что осколки мне по очереди. Пиши в личку такие вещи. У меня там пораньше в очереди, чем он. Причем я первее написал, отдали все равно ему. Или ей, точнее. Или может быть 23-е. Для нашего господина нет ничего невозможного. Да кто-то вторую пачку вот сагрит, блядь, ну и без танков. Точно по одному убивать, блядь. Да, блядь, без мышки, сука, это пиздец, как охуенно бафает. Как-то уголы, а зачем писать, что осколки забираешь ты, если не ты их забираешь? Тогда как можно определить, она забирает или нет, если она не смотрит в очередь? Вот я посмотрел. Осколки. Не видела его, потому что ты не смотрела. Ладно, ребят, давайте не будем говниться. Один осколок, блять, это неприятно, но хер с ним, не будем срать, что звонить за это. Отдали, отдали. Забери вот бум, ну, баба, на мне метка. Да он дверь открывает, подожди. Вот, блядь, вот как вот вы его держите? Вот сколько я помню, ну вот то кошка, сука, рожает, то там, блядь, стреляют за окном, блядь. Слышь, его терпит, слышишь, Войт, Войт, Войт. Мы там его покрутили, блядь, за помидоры менты налоговые, блядь. Лапки-то завернули, блядь, за помидоры-то. Блять, Коноп, как ты еще, сука, до сих пор живой, а? Вот, блядь, твоими молитвами, нахуй. Блять, я живой. Слышишь, Вой, да кто такой Лимошка вообще? Где он взял?
Извини, вот, стой. Это паладины, короче, моя прото-аура, там ставьте что хотите, блядь, моя прото. Поставьте кто-то четвертую ауру, ну, третью ауру, влепите. У кого там аура, блядь, ретриковская, поставьте одну. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Моей воле! Капельки не забывайте сливать. Я к нему можно играться, блядь. Почему, блядь, блядь? Спать, трэш. Тут, короче, этот Кири бегает, дайте ему, блядь, а то он сейчас нахуярит. Ублюдок. Капельки сливайте, паладины, капли сливаем. Рост не отрезался еще? Ты не в силах противиться. Ты просто пал контроля будет. Рост, дай. Сейчас. Да, я может монота на хп. Я первый раз вижу такую тактику, ебать, хоровода. Да нам похуй, что правильно. Не, ну вверх прям заебись, но основная часть жива, да.
Извините, то, что, блядь, живы нас, но суть в том, то, что леди, блядь, бегает по комнате, получается. Короче, паладин каплю не слил. Это просто ГП, блядь. Вот, не веди уже, расхуяривайте босса, блядь, да. Значит, вот, я предлагаю всем парам, которые умерли от капель, блядь, дать ГП, блядь. Да не может быть такого. Тупо не может быть. Да я же паладин, блядь. Потому что если... Знаешь почему? Потому что если отдать, короче, с пула босса именно на пуле, тогда да, если перед контролем там за 2-5 секунд, блядь, никогда она у тебя в контроле не откатится, блядь. Вот и все. Ну вот, я так... Ой, а что ты спрашивал про варежки у меня? Два паладина просто... Что-то не так. На, вот такие варежки. Вот, слышишь, я отойду 2 минутки, хорошо? Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Как называется огон, который там, где полоска синяя такая? Да, там где показаны КД спелов. Фрэнк, забери себя в рубрани. Забери в рубрани все против. Для чего он, блядь, не работает, сука? А дом, чтобы на иконках показывало время. Есть хоть там, знаете ли? Тут очень много. Капитан Салфан будет рад видеть вас на борту молота. Так хули она не показывает, бля. Пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Майфрэм, это коноп, что ли, или нет? Охуевшее тело, а, блядь? Хорошо, хорошо. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарага. Я не понял, а пушки вообще занимать кто-нибудь будет? Не понял, блядь. Вы видите, что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то вы ее прямо в небе взорвете!
Хвальдец, я здесь. А зачем пал там, ну, спекнулся? Сейчас ты умрёшь. Капец, пушки лагают, блядь. Очень-очень, блядь. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Оружейники! Огонь! Блядь, ну, если бы ты сказал, что у нас есть, типа, протопал, знаешь... Я пошел бы какими-то дамагерами. Ну, да я понял. Ну, я просто шел изначально, что я говорил про топалу. Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Альянс повержен. Вперед, короля лечу. И обратно в ретрика. Позвать сову? Ну сейчас. А зачем Ашама счеты ролят? Как бы Ашаму они катят. Ну, вообще не катят на шаману. Смотря какой шаман. Это писовая, короче, шмотка шаману, нет? Так утешение тяжко, разве нет? Так утешение тяжко, да пизды, блядь. Нахуй утешение, блядь. Там, блядь, на гире, например, блядь. Утешение надо только в резке и на хале. Извини, будет. Вы запустили босс уже или нет? Сейчас, подожди, я релок на замка. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Сколько там секунд осталось? Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Вот этот лимошка, переодень грудь, короче, у тебя танковская грудь стоит. Почему ты, значит, сердце Гнор? Я позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой
сын остался бы цел и чист. Сегодня... Слышишь, этот самый, вот, можно еще один вопрос? Почему вот этот лимошка выебался, если он идет ретриком, что он бафает прото, блядь? Привет, графните, команда. И лапу дайте. Сколько секунд осталось? Секунда. А мне, блядь, симка, видите или нет? Валера, где МК моя? Забрал уже. Да. Да, да, да. Она в дебафах висит, она не пропала. Ты видел, сколько меток? Нет, на рейде. Это не проблема, хилов. На рейде, нахуй, 9 меток. Раз, два, три, четыре, десять. Реально около 9-10 меток на рейде. Как их всех захилить, ты просто, блядь. Да это проблема тех... Когда трое упали, было 7 меток. Проблема тех, кто бил трэш. Вы хуёво били трэш. Потому что он очень много раги, блядь, копил, ну, боссу. И именно поэтому, блядь. Поля, охуеть!
Я тебе туда. Бар, угрей. Бар. Больше 10 меток. 10 меток. Конец боя было 9. Или 8 живых меток. Еще до этого 3 метки упало, считай. Да, 11 меток получается. Через Щумков. Молодец, слышишь, я веду, короче, Валькирию. Пускай, ну, подтягиваются, блядь. То они что-то там еблуют. Охуеть, я на втором месте, блядь. Что-то в рекламе не могу урон по трэшу найти. Играйте Валькиру. Играйте Вальку. Врывайся, даю тебе боб. Врывайся во всю там АОЕ. Веду вторую Валькиру. Да-да-да, блядь, аддон настраиваю тут, сука, кончик. Идите все за нами. Блядь, за мной. Кири, диспарьте валюту. Не. Не, не целый. Есть. Не врывайтесь в одного танчу, пожалуйста. Оттянитесь назад. Диспельте с меня эту хуйню. Маги. Маги, приморозки. Ну я забрал, Кирюш. Забрал, а уешь. Одной нас сыграли с малым КП. Аккуратно, не лезьте вперед танка, пожалуйста.
И там все заебись. Там 6,3, по-моему, или 6,4. Вообще не убийца вы, нет? Говорю, Дрида, когда еще твой друг со мной в рейды ходил, когда я еще играл. Ну, тогда он был 6,3. Вот. Я там буду шмотки за ЕП билеты забирать на этого пала, хорошо? Там посмотри сразу, сколько там ПРУ билеты. Не-не, билеты. Собачки. Леночек по ПР. Пал, обновите баку, МП5, приставка. Сейчас будет все. Сейчас дай добежать хотя бы. Ты петух.
Серый, смешайся. Гомики, гомики. На расстоянии вытянутого члена. Я ловко дал фридом. На мне была третья чума, и просто не было затилы, и я умер вот так. Ну, сейчас взрыв будет, сейчас будет бабах, бабах. Ты понял, да, Коноптащер? Ты видел, сколько времени я водил этих гомиков? Знаешь что, я буду ролить, короче, да, на билет, да, 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 я вспомнил. Да, ну, я говорю. Бесплатно возьму. Мне бесплатно можешь отдать. За бесплатно возьму. Упаду в танки. Жал. Но даже не пробовал, не пытался. Точно та же история про Ретрика, который хотел бафать прото.
Пойдем, я тебе карту отдам. Слышишь? Уже? Дать. Скажи, когда дать. С особое всё, внимание за танками. Мне тут. Это злой. Плейвар может быть. 3, 2, 1. Выкинь сырка. Окей, окей. Так в эту можно самому попасть. Ладно. Да, делать нехуй пока. А сколько вы вчера раз их пронесли? Да, Тарки, но у нас сдох Питуш. Да, на меньше. Как и гниломорт. Редко гнили, кстати. Нет, не надо. Да. Да, да. Чувствую. На редко гнили сдох. Валера, не было стака, скорее всего. Валера, поздравляю, заслужил давно. У нас шмотка на мага, уже полугода хожу за ним. Была на руках без матки теперь. Теперь да. Плохо. А где, кстати, мастер спорта по греко-пидорской борьбе? Трицуха? Это Бибоп. Только членам групп. Да. Это же дарки для всем. Никто знает, кто это бибоп. Зато перетаскивать надо пук, когда собираешь рейд. Поэтому нужно пук собирать в этом рейде, в таком канале, а гильд рейд фоллоу, приходить в рейд один и все. Называется открытый доступ. Да.
Ой, блядь, не начинай. Так, я и первого замедлил тоже. Замедлять слизней. Я замедлил красного. Да как я мог сталкивать магом? Давай Баланара ясно, газета говорит. Если что, я говорю, завис, блядь. Красный. Ну я отлагал, блядь, подвисающий.
Не веру. Не, не было, не. Было героя. Да не надо, мне так-то ДПС хватает. Забирай. Так, стой, секунду. Есть. Завоевателя роли. Убийцу. Ладно, отдавай там кому-то. Я не буду брать. Даже вот обычные скин мне, если есть. Да, что я рано закапываю. Вы не знаете уже, получается, что на 3 часа это будет?